Хороший сезон проводит Джеки. Если матчи с Милином проведется, И сейчас получит желтую карточку. Прибежал Барелла, поругат. Моментов просто ничего не реализовал, то есть Ливерпуль опять же много допустил, и сегодня 0-2 в 30-й минуте. Пол и Тирни еще одного футболиста бороться. А это вот это подкат, интересно, что ж там будет дальше решение. Вообще Мбаппе это... Ну еще раз, предпочтительнее с чьей стороны, потому что пока... Даже по такой игре у Ливерпуля есть свои контратаки. И очень неплохие контратаки. Отбор Матича. Абрахам здесь фалит, но мяч остается в ногах у футболистов Сампдори. Динамичная игра. Пол это на Дьюсбери Холли. Желтую даже будет. В английской премьер-лиге Ливерпуль только Фулхэму уступает. Это еще одна аномалия, потому что Фулхэм-то идет в середине таблицы, но по обороне это худшая команда лиги в этом. Не так гораздо серьезнее. А это нарушение. Монтиэль. Ошибка. И что? Феликс Свайер. Хоть и расстался с мячом уже Монтиэль. В любом случае нельзя, здесь и индивидуальная реализация восхитительная, и, конечно, такой легкий недочет. Shelby goes in, and the card's gonna come out again here for Jonjo Shelby. It's a real late one. На удачу. Нарушение правил, конечно, столкновение в воздухе. И вот Барса следующие полтора-два года будет играть
на другом стадионе, а не на КАМ. Ну что он вовремя сделал замену. Футболисты, которые вышли на поле по ходу второго тайма, добавили движение по команде. Leg of De Ligt and it's missed. Sommer comes out. Gundogan. Oh, what a good stop by Jan Sommer. Раз. Замену. Опасно. Это еще одна желтая карточка. Это желтая уже Казимиру. Ну что ж, центральная оборонительная ось на желтых карточках висит. Высоко, высоко задрал ногу. Неважно, сыграл мяч или нет Казимиру. Испанец из центральных защитников, очень грубо играет Чуамини. Арбитр все еще молчит. Я совершенно не понимаю этого решения. Лежит. Киса took a knock there. So too did Muani, and he's got a red card for it as well. Goes from bad to worse. Behind Track Frankfurt. Because that's gonna knock him out the second leg as well. Their main scorer. Для Дебрюйна действительно много ошибается Ливерпуль на стартовом отрезке этого матча. И вот это его здесь чисто сыграно. Дебала уже этот мяч проталкивает.